Друзья, всем привет! Знаете, немножко хочется с вами поговорить. И сегодня мы с вами еще подведем итоги конкурса. Кстати, о конкурсах. Знаете, как-то, наверное, 2018 год был очень неудачным для меня в этом плане. То есть и конкурсы как-то неудачно проходили. И, наверное, где-то с весны у меня не было конкурсов. И вот этот сейчас конкурс, завершающий в этом году, я еще планировала на Новый год, но не буду проводить его. Как-то, не знаю, вот вы сами мне как бы портите всю малину. Почему-то вот вы, как мои зрители, не... как сказать, не нравятся вам, что ли, мои конкурсы, не знаю. Вот в конкурсе, который мы сегодня с вами будем подводить итоги, участвовало всего 5 человек. Кстати говоря, я вот на бумажках написала имена, и сейчас последнюю сверну. У меня уже здесь ведерко такое с этими самыми бумажками. Участвовало всего 5 человек, вот, и, к сожалению, то есть, кто меня давно смотрит, знает, что у меня, ну, вот, в этом году какие-то конкурсы неудачные. То победитель не объявился, то подарок не забрали, то еще что-то. Вот, в данном случае, ну, конкурс был наипростейший. Вот просто, ну, не знаю, мне кажется, ничего сложного. Сделать репост, написать комментарий, быть подписанным, чтобы подписки были открыты, и я не просто знала, что вы на меня подписаны, а чтобы я это видела и видели другие люди, потому что если человек выигрывает, допустим, и мне нужно показать, да, что человек действительно на меня подписан. Ну, просто я уже снимала розыгрыш буквально вчера. Вчера, сегодня у нас второе. Ну, тут, может быть, увидите. Сейчас. Это так все в реальном времени снимаю. Вот, видно, второе число. В общем, да, воскресенье второе написано. Ну, не знаю, видели, не видели. В общем, сегодня у нас воскресенье, 2 декабря, поэтому подвожу итоги. Я уже снимала итоги вчера буквально, и снимала их, показывала на компьютере. Я не знаю, я эту часть, наверное, не буду вставлять в... Не знаю, посмотрю, надо ли это вообще вам. Просто один человек выполнил первое условие, другой выполнил второе условие, третий выполнил третье условие, четвертый, четвертое. И вроде как все должны были все выполнить, но у одного подписки закрыты, у другого нет плейлиста понравившиеся. Третий сделал репост, но не оставил комментарий. Как-то я вот не знаю, я разочаровалась в конкурсах, поэтому в ближайшем будущем, буду ли я вообще устраивать конкурсы, не знаю. Я посмотрю вообще на ваше поведение, как моих зрителей, надо ли оно вам будет, эти комментарии или нет. Я просто не знаю вообще, нужны вам мои конкурсы или нет. Ну, просто потому, как вы себя ведете в конкурсах, то, что, допустим, я объявляю, что будет конкурс, да, и многие пишут «Ура, ура, конкурс, тра-та-та», а потом участвуют 3 коллеги в этом конкурсе. Мне такие не нужны участники. Я, конечно, понимаю, там мои постоянные зрители участвуют, ну, спасибо. Но как-то хочется, знаете, вот побольше народу, чтобы участвовало. Все-таки
Вы же меня смотрите, и я должна быть вам за это благодарна. А вы не участвуете. Ну, может быть, подарки вам не нравятся. Ну, потому что вот в данном случае в конкурсе я разыгрывала именно книгу. Книга была основным подарком. Мне хотелось поделиться с вами своим ну, каким-то событием, да, и вот своим таким этапом в жизни, чтобы вы познакомились со мной. А не только вот так вот через экран, да, то, что я с вами болтаю, но и там с моим творчеством. Причем не только там с тем, что я делаю руками, но и в том числе с тем, что я делаю головой. Вот. Ну, вот оказалось, что, как мне показалось, из этих 5 человек только один, ну, может быть, 2 действительно хотели выиграть эту книгу. А остальные участвовали просто для галочки. Просто вот, авось повезет. А что я потом с этим подарком буду делать, вообще не важно. Поэтому подводим итоги. И просто вам говорю, что в дальнейшем конкурсов я не планирую. Если вы будете просить, спрашивать об этом, то, как бы, может быть, я об этом подумаю. Вот. Дальше. Как вы, наверное, заметили, да, вот эту неделю я вообще ничего не снимала, ничего не выкладывала. Очень соскучилась по камере, поэтому рада, наконец, что мы с вами подводим итоги конкурса. И, наконец, рада снимать вообще для вас видео, даже если оно вот такое болтологическое. Дело в том, почему давно не было видео. Дело в том, что кто подписан на мой Инстаграм, знает, что я, ну, там чаще выходят какие-то последние новости, и знают люди, что я ездила к подружке в гости. Подружка, тебе привет. Вот. И как-то вот она тоже блогер, и вы многие ее знаете. Она мне сообщила такую новость, что в январе 2019 года YouTube закрывают. И основная мысль этого всего такова, что в один прекрасный день вы, например, будучи блогером, да, вы отсняли какое-то видео, смонтировали его, либо если вы не блогер, а простой человек, который смотрит, да, вы решили вот посмотреть своих любимых блогеров, вы открываете YouTube, открываете любимые каналы, а их нету. Или открываете свой канал, чтобы загрузить туда видео, а его нету. Вашего канала не существует. Вот, и я сначала, наверное, вот все воскресенье, понедельник и часть вторника я пребывала в каком-то шоке и все пыталась проанализировать вообще, зачем YouTube это делает, с какой целью. Вот, и, ну, не знаю, в общем, зачем YouTube это делать. То есть, ну, я посмотрела какие-то видео там, если получится, я ссылочку под видео оставлю, основное видео, которое я посмотрела. Если нет, то, я думаю, вы знаете блогер такой Канаден, что ли, кажется, его называют. Я на него не подписана, просто иногда вылезают видео в рекомендованных и смотришь, вот. И у него было прям вот такое видео на эту тему, что вот там американцы, ну, в общем, суть вопроса такова, что американцы принимают какой-то 13-й закон, который, то есть, если они его подпишут, подписать они его должны, я так понимаю, в конце января 2019-го. Если они его подписывают, и он вступает в силу, то все, абсолютно все каналы простых блогеров в одно мгновение исчезают с Ютуба. И остаются только какие-то, как сказать, не блогеры, а каналы, допустим, крупных каких-то фирм, крупных производителей, крупных, например, каналов. То есть те люди, которые в том числе остаются, я так понимаю, блогеры, которые имеют ИП. То есть они крупные предприниматели. Ну, к примеру, да, вот первое, что в голову пришло,
Алена Погребняк, она недавно, ну как недавно, может быть год, как оформила себе ИП, и она является индивидуальным предпринимателем, у нее крупный канал, соответственно, она вполне может остаться, существовать на Ютубе. А мы с вами исчезнем. Причем это произойдет вот так вот, в одно движение, в одно мгновение. Просто. И я вот никак не могла прийти от этого события в себя. Вот все об этом думала, как так можно. Все это как бы концентрируется вокруг темы рекламы и плагиата. Ну, что очень много видео, которые люди друг у друга воруют и выкладывают якобы под своим именем. Также очень много видео с клипами, рекламными роликами, с музыкой, которая является авторским правом чьим-то. С какими-то трейлерами фильмов, видео, которые тоже являются авторским правом. Носят авторское право. И, в общем-то, это все незаконно, этого очень много, YouTube просто не успевает это все отслеживать и блокировать. Поэтому, а, собственно, те, кто правообладатели, они подают в суд на YouTube, и YouTube теряет деньги. То есть, помимо того, что он должен платить блогерам, да, вот он ужесточил систему, да, то, что там 1000 подписчиков и 4000 просмотров часов. Мало этого, все равно это никак, я так понимаю, для них не окупается, и они очень много денег теряют именно на этих вот исках об авторских правах. Вот, поэтому они типа хотят принять такой закон и просто вот нас с вами одним щелчком пальцев удалить. Вот, и, в общем-то, вот эти 3 дня я сходила как бы с ума, ну как с ума сходила, просто думала об этом, анализировала, вот. Но потом я, в принципе, уже практически смирилась с этим, то есть я готова к тому, что мы с вами исчезнем, потому что для тех, кто, может быть, не в курсе, пару недель назад меня взломали, и я думала, что все, канал я потеряла, потому что произошел какой-то, ну, там, инцидент, я уже даже не знаю, снимать ли мне на эту тему видео, потому что если канал удалится, то в этом смысла вообще никакого нет. Вот, ну, поскольку я вам обещала, несколько видео все равно появятся, наверное, до Нового года, там, где-то 5-6 видео выйдут с распаковочками коробочек красоты New Beauty Box, может быть, вот это видео про взлом тоже появится, еще несколько видео пришло. 2 посылки с всякими штучками, примочками для поддержания красоты наших ноготков и большая посылка с книжками. Вот. Еще буквально на днях мне привезут велотренажер, может быть, кому-то нужен обзор. Вот. И, в общем-то, вот несколько видео еще выйдет, потом я не знаю. То есть все зависит от Ютуба. Если нас не удалят, значит, я буду продолжать снимать, радовать вас видео. Но немножко изменится тематика канала, и немножко вообще все поменяется. Я думаю, что вы уже заметили, что шапка канала сменилась. Теперь мой канал называется «Честный канал». И оно так и будет впредь. Само название, да, канала Елены Перова, оно останется таким же, то есть вы попадаете на мой канал, который называется, ну, в общем, это путаница такая, я уже, может быть, более детально объясню в отдельном видео. Вот, и, в общем-то, о чем я вообще вначале говорила, я что-то забыла. В общем, сейчас мы ждем YouTube. Как он вообще себя поведет, закроется или нет. И я перестала об этом думать и переживать из-за этого, когда, собственно, когда осознала и поняла, что когда меня взломали, да, заблокировался канал, я не могла ничего сделать. Даже скачать свое собственное видео я не имела права.
Я-то в таком состоянии пребывала где-то неделю, может быть, полторы, потом мне открыли доступ для моих собственных видео, но, опять же, выгрузить новое видео я не могла. Потом мне постепенно открыли уже доступ. Вот. И сейчас я могу выгружать, но все равно на канале стоит блокировка, и если я где-то куда-то вот не в ту сторону оступлюсь, меня опять заблокируют. И если это произойдет еще 2 раза, канал удалится автоматически. Вот. Также могу сказать, что из некоторых видео, которые были на моем канале, как бы из-за которых произошла блокировка, некоторые из них YouTube удалил. Они меня предупредили, что эти видео будут удалены, но не сказали, в какой срок, то есть просто в одно мгновение я зашла, этих видео не существует. Вот, в момент, когда они были заблокированы, эти видео, я их не могла ни скачать, ничего, то есть никак поменять даже, там, название сменить или что-то, из-за чего именно произошла блокировка, непонятно. Вот, возможно, момент того, когда меня взломали, была какая-то массовая рассылка, из-за этого произошла блокировка канала. Ну, я сейчас не хочу гадать, это отдельное видео, я об этом расскажу. Вот. Поэтому сейчас что мы делаем? Мы ждем января. Вот, до января, до где-то середины, наверное, января я все, что обещала вам, сниму. Обзоры коробочек, 2 посылки, книжная, самая большая, и велотренажер, если интересно, пишите. Вот, момент. Итак, друзья, просто горло вдруг охрипло и прям вот закололо. Давайте с вами подведем итоги. Просто болтать, вы знаете, я могу вечно, это может длиться часами. Вот, но раз уж мы тут с вами подводим итоги, поэтому давайте подведем итоги. Крутим, вертим, крутим, вертим. И чтобы такое достать, достать, чтобы такое достать. Оп. Так, я вам потом покажу, что в другие там, которые бумажки скручены были, тоже были имена. Что? Юленька! Юля выиграла, поздравляю. Напиши мне ВКонтакте свои почтовые данные, там индекс, все дела, куда отсылать посылку и жди сюрприз. Вот, так что поздравляю. Еще раз покажу. Вот, Юленька, поздравляю. Жду сообщения от тебя ВКонтакте. И, собственно, остальные сейчас покажу, чтобы не думали там, что там только Юлина имя было написано, а то я знаю, вы любите мне такие гадости писать. Вот тут было имя. Саша. Судьба. Я знаю, Юля очень хотела выиграть, поэтому, видимо, вот спроецировалась. Марина была. Вот. Еще один. Виктор. И последний. Последний у нас Нюся. Вот. И пустое ведерко. Так что поздравляю Юленьку. Напиши мне ВКонтакте, еще раз повторюсь, свои там почтовый индекс, улица, город, все как положено. И жди посылочку. Вот, ну, я даже не знаю, чего еще рассказать вам. Как-то, извиняюсь. В общем, в связи вот с этим, вот то, что Анютка меня такой новостью расстроила и шокировала про YouTube.
Я вот как-то неделю была в какой-то прострации, я все думала, анализировала, готова я к этому или нет. Вот, в общем, как-то вот я и пала духом, то есть и как-то вот снимать мне не хотелось, да и особо времени не было. В общем, не знаю, как-то вот пропал ажиотаж. Вот сейчас посмотрим, как пойдет, потому что, ну, хочется с вами делиться какой-то важной информацией. Вот. И, кстати говоря, я еще в связи с взломом канала, я создала канал Дублер. Вот. И сначала туда выкладывала какие-то новые влоги. Потом оттуда их удалила, сюда перенесла, когда мне уже открыли доступ. Вот. Но второй канал я решила не удалять, пока он существует только в виде шапки. Вот. И пару подписок на него есть. Пара подписчиков. Хочу сказать, что, ну, может быть, кто-то не знает. Зайдите ко мне в информацию о канале. Там есть ссылочка на него. И я решила, если YouTube останется, то этот канал у меня будет как творческий канал. То есть какие-то видео с этого канала творческие я туда перенесу. И в дальнейшем планирую туда снимать какие-то DIY такие простенькие. Буквально там на несколько минут. Мне так проще. И будет интереснее. Мне кажется, это вообще актуальная тема, и мне есть чем с вами поделиться. Вот. В плане этого канала, ну так, краткие новости, да, что если с Ютубом все будет в порядке, что будет с каналом? Никаких капитальных каких-то обзоров я делать больше не буду. Прям села в горло. Сейчас, минут. Так. Немножко водички. Давно я просто, наверное, сколько, год не устраивала прямых эфиров. Поэтому немного отвыкла от того, что надо говорить много. О чем я? О том, как изменить канал. Вы заметили, может быть, название сменилось, да? Соответственно, будут влоги. В основном влоги. Вот. Может быть, будут какие-то обзорные видео в плане каких-то покупок и впечатлений об этих покупках. Сейчас Алиска пришла, она любит пить чужую воду. Вот. В общем, обзор покупок и отчет об этих покупках, там понравилось, не понравилось, может быть. В плане товаров на обзор я 100 раз подумаю, буду ли снимать такое видео, потому что я так поняла, что именно из-за этого произошла блокировка. Вот. И большей частью я хочу посвятить себя влогам, именно обзору книг. Поскольку я очень люблю читать и много сейчас этим занимаюсь, может быть, будет что-то еще. Вот. Но как изначально канал задумывался быть влоговым, он таким и будет. Если какие-то... Если мне вообще в голову взбредет взять товар на обзор, то это будет крайне обдуманный поступок, да, проанализированный, взвешенный все плюсы и минусы, чтобы в этом не было потом для меня какой-то опасности. Вот. И, кстати, спасибо моим новым подписчикам, кто подписывается, интересуется. Если вдруг какие-то вопросы возникают, вы задавайте их под видео в комментариях. Кому что интересно, я с удовольствием люблю такие видео, вопросы-ответы. Вдруг что-то у вас прям вот вопрос какой-то мучает, вы спрашиваете. Вот. Ну, вот пока такие новости.
У меня очередной просто кризис Ютуба произошел, и вот я сейчас очень хочется снимать, и в то же время как-то не хочется. В общем, я сейчас просто доснимал то, что обещала, и в дальнейшем мы ждем развития событий в январе. Как что получится. В Новый год я не снимаю никаких предновогодних конкурсов и предновогодних тематических DIY-ов тоже не будет. Вот, как-то я вот, ну, хочу немножко отдохнуть. Столько событий сразу, и взлом канала, и блокировка канала, и вот эти вот новости. Мне надо как-то немножко от этого отойти. Вот, вы не переживайте. Если YouTube не исчезнет, то все в порядке. Я канал удалять не собираюсь, если сам YouTube его не удалит. Вот. Но творческий канал в любом случае останется, так что проходите и подписывайтесь. Вот, в общем, еще раз повторюсь, Юлечка, ты выиграла, так что жду твое сообщение ВКонтакте. Поздравляю с победой, я знаю, ты хотела очень выиграть. И я очень рада, что именно твое имя вылезло из баночки. Вот, в общем, удачно получилось. С наступающим. Увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока. Подписывайтесь. Оставляйте комментарии. Ставьте мне лайки. Будем с вами вместе бороться за YouTube. Целую всех, обнимаю. Пока-пока.